На предприятиях Брянской области создаются новые рабочие места, модернизируются производственные мощности, приобретается современное оборудование. Но по-прежнему остается высокая потребность в молодых кадрах. Поэтому участники Мальцовского форума постарались как можно больше рассказать школьникам и студентам о всех перспективах предприятий региона и возможностях трудоустройства. Тема очень важная, поскольку действительно есть процент ребят, которые покидают наш регион, уезжают в другие регионы. И чтобы оставить их в нашем регионе, как раз и проводятся такие мероприятия. На Мальцовском форуме обсуждались вопросы сотрудничества образовательных организаций и предприятий, создание условий для обучения и работы молодых специалистов. На сегодняшний день развиваем социальное партнерство с предприятиями для того, чтобы выпускники по окончании учебного заведения трудоустраивались на предприятия, а также, то есть, в рамках сотрудничества по прохождению производственной практики, преддипломной практики, то есть предприятия уже имеют возможность отобрать кадры для себя. Продолжился форум на тематических площадках. Молодой специалист начала пути, корпоративные системы профориентации, предпринимательство как возможность самореализации. В рамках круглого стола, темой которого была популяризация рабочих профессий, состоялась презентация программы «Человек труда», которая регулярно знакомит зрителей телеканала «Брянская губерния» с людьми рабочих профессий. Уровень развития предприятий просто вот удивляет порой, когда заходишь, общаешься с этими людьми и видишь их глаза, то, что они действительно довольны своей работой. Они довольны, что работают на этом заводе, довольны заработной платой и в целом готовы дальше трудиться. Большое внимание участники площадок также уделили вопросу развития системы WorldSkills на территории Брянской области. Это движение позволяет молодым профессионалам участвовать в соревнованиях по профмастерству мирового уровня, расти и развиваться на всех этапах профессиональной карьеры. Екатерина Зодина, Евгений Седачев, события Дядьково.